В Бишкеке водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом в ФБКГ сообщили очевидцы. По их данным, авария произошла сегодня, 19 июня, примерно в 6 часов утра на пересечении улиц Абдрахманова и Куренкиева. Сообщается, что в ДТП пострадал водитель большегруза. Его увезли на машине скорой помощи.